Всем привет! В преддверии праздников хочу показать вам три рецепта замечательнейших салатов, которые вполне достойны украсить любой праздничный стол. Эти салаты действительно невероятно вкусные, достаточно просты в приготовлении, что не может не радовать. Попробуйте и убедитесь в этом сами. Салат наслаждения из филе индейки. Для этого салата нам понадобится 300 грамм филе индейки, которые нужно слегка посолить и посыпать красным перцем. Далее обжариваем индейку до готовности, нарезаем на кусочки и выкладываем в миску, в которую будем собирать все ингредиенты для салата. Выкладываем сюда же сладкий болгарский перец, нарезанный тонкими полукольцами. Добавляем мелко нарубленный чернослив и грецкие орехи. В последнюю очередь выкладываем очищенные и нарезанные на небольшие кубики яблоки. Чтобы яблоки не потемнели, желательно их после нарезки сбрызнуть лимонным соком. Заправляем все это майонезом и хорошо перемешиваем. Для таких салатов я использую всегда только домашний майонез, приготовленный либо на миндальном, либо на коровьем молоке. Рекомендую это делать и вам. Готовится такой майонез очень быстро, не более 3-5 минут, ссылку я дам в описании под видео. Готовый салат выкладываем на листья салата. Украшаем салат зеленью по вашему вкусу и кусочками чернослива. Салат просто великолепный, очень вкусный, очень простой в приготовлении из доступных продуктов. Полностью соответствует своему названию наслаждение. Это не просто слово, это правда. Салат сердцеедки из куриных сердечек. Для этого салата нам понадобится 500 грамм куриных сердечек. Сердечки хорошо промываем, чистим, заливаем холодной водой, обязательно воду подсаливаем, кастрюльку с сердечками ставим на плиту. Дожидаемся, когда вода закипит, и на среднем огне готовим 30 минут. Пока сердечки готовятся, нарезаем лук кольцами и заливаем кипятком. Даем настояться минут 15. И сразу же начинаем готовить маринад для лука. Для этого соединяем половину стакана воды с 30 граммами 9% уксуса. Хорошо перемешиваем и заливаем маринадом лук. Оставляем лук мариноваться минут 30. После того, как лук промаринуется, маринад нужно будет слить. Готовые сердечки остужаем прямо в бульоне, затем жидкость сливаем и нарезаем сердечки четвертинками. Подготовленным сердечком выкладываем промаринованный лук, добавляем сыр, натертый на крупной терке, добавляем сваренные вкрутую и нарезанные на кусочки яйца. Добавляем мелко нарезанную свежую зелень. Заправляем все это домашним майонезом. Я этот домашний майонез приготовила буквально за 3 минуты. И все хорошо перемешиваем. Как я уже говорила, заправлять такие салаты нужно только домашним майонезом. Тогда вы точно будете знать состав этого майонеза, и ваши салаты будут не только вкусными, но еще и полезными. Ссылку на домашний майонез вы увидите в описании под видео. Потрясающе вкусный салат из куриных сердечек готов. Я украсила его зеленью и ягодами клюквы. Ароматная селедочка с горчичным соусом. Для этого салата нам понадобится 400 грамм филе сельди, нарезанное на небольшие кусочки. Салат будет гораздо вкуснее, если делать его из бочковой сельди, а еще лучше из домашней селедочки. К сельди добавляем сваренные вкрутую и нарезанные на кусочки яйца. Добавляем очищенные и нарезанные на небольшие кубики яблоки. Когда вы яблоки очистите и порежете, их можно сбрызнуть с лимонным соком, и тогда они не потеряют свой цвет. Все хорошо перемешиваем и выкладываем горкой в праздничную тарелку. Быстренько готовим горчичный соус. Для этого готовую горчицу нужно хорошо растереть с растительным маслом. Растираем до однородной консистенции, а затем добавляем 3% уксус, сахар, молотый красный или черный перец и опять все хорошо перемешиваем до однородности. Для этого блюда горчичный соус лучше не солить. Поливаем горчичным соусом нашу селедочку с яйцами
украшаем мелко нарезанной зеленью или зеленым лучком. Салат готов, можно подавать его на стол. Уверяю вас, этот салат улетит со стола в первую очередь. Он никого не оставит равнодушным. Это блюдо также будет аппетитно выглядеть, если подать его на тостах из подсушенного в духовке ржаного хлеба. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Хорошего настроения вам! Всем пока!